Краснодарские власти рассматривают возможность установки на улицах города инфракрасных обогревателей. Создать теплые зоны на открытом воздухе предложили интернет-активисты. Блогеры называют местами установки обогревателей остановки общественного транспорта, беседки в парках или другие общественные места, где люди находятся какое-то время. В зависимости от модели такое оборудование позволяет создать комфортную температуру в холодное время года на площади от 15 до 20 квадратных метров. Инфракрасные коротковолновые обогреватели уже применяются для создания теплых зон на улицах нескольких российских городов.